не то, что заслужил, ты больше... Вот, знаете, какой гараж. Гараж, а внизу гараж для лодки. Удобно. Особенно удобно для тех, кто не умеет купаться. Не, у них вообще, кстати, такие интересные, тут прямо какие-то лодочные эти владения. Жить на, рядом с рекой и не иметь лодку, мне кажется, это извращение. Зачем тогда жить рядом с рекой? Мелания, причем славянским шрифтом.